Результаты анализов пассажира, госпитализированного в Алматы с подозрением на лихорадку Эбола, станут известны уже завтра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики. Специалисты Института карантинных и зоонозных инфекций Комитета по защите прав потребителей уже произвели забор крови. Они сообщили, что состояние пациента сейчас в пределах нормы, он жалуется только на першение в горле. Предварительный диагноз – ОРВИ, острый ринофарингит. Напомню, рано утром в аэропорту Алматы задержан пассажир, который может быть заражен Эболой. Это 37-летний гражданин России, проживающий в Лисаковске. В Казахстан он прилетел из столицы Гвинеи, там он был в командировке. В течение последних трех дней он жаловался на повышенную температуру и диарею. Пассажира сняли с самолета и вместе с сопровождающими госпитализировали. Установлены 126 человек, которые были в контакте с больными. Сейчас они все находятся под наблюдением. И вот как только что стало известно, что диагноз лихорадкой Эбола не подтвердился по результатам лабораторных исследований, произведенных Казахским научным центром карантинных и зоонозных инфекций имени Акимбаева, больному установлен окончательный диагноз ОРВИ, острый ринофарингит. В связи со снятием диагноза лихорадкой Эбола все ограничительные мероприятия, в том числе и режим изоляции, примененных больному с подозрением на лихорадку Эбола и пассажиру, находившемуся в тесном контакте с ними, а также наблюдением за контактными лицами и членами экипажа, отменены.